Всем доброе утро. У нас утро, время к 8 часам подходит. Я жду Катю. Мы с ней пойдем сдавать анализы. Сегодня кровь с мочой нам надо обязательно сдать. И потом пойдем на автостанцию. Нам надо заранее билеты купить, а то потом вдруг не будет билетов. Я сегодня платье одела на себя. Ой, извините. Так вот. Платье, капронки одела. Что-то. Решила платье, короче, одеть. И ждем Катю. И идем на автобус. Я сегодня себя хорошо чувствую. Я вчера выпила таблетку снотворного. Выспалась, ребят. Я сегодня даже чуть в садик не проспала. У меня свет отвела в садик, ребятишек. Потому что мы с Катей раз едем. Чтобы мне заплести успеть и Машу, и Оксану, Катюшу. Поэтому свет отвела. Ребятишек, я их одела. Все, они на автобусе уехали. Все, мы ждем Катю, идем на автобус. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, мы уже сходили в больницу, сдали анализы. Сейчас идем на автостанцию, чтобы заранее купить билеты. Потому что билеты у нас разбираются в лед. Поэтому идем покупать заранее. Хоть у нас еще неделя до Перми, но мы идем все равно брать. Все, ребят, съездили мы в город, сдали анализы, зашли на автостанцию, сразу купили билеты, потому что билеты раскупают очень быстро. И зашли в магазин. Что взяли? Туалетную бумагу 4 штуки я взяла. А, по 8 рублей там дешевле. Потом Катя попросила вот эти вот отруби хрустящие. Две пачки взяли, они по 37 рублей. Дети их любят с молоком поесть. Дальше купила себе роллтон по 32 рубля, куриный, чтобы в запасе было 3 пачки здесь. Так, дальше не помню цены. Сейчас скажу. Лаваш армянский по 39,59. Сегодня хочу закрутить в него кое-что, зарулить уже, все, писец. Так, туалетная бумага по 8,29. Яблоки фасовочные, цена за килограмм 89,90. Я взяла, здесь у меня вышло 3 килограмма 200 грамм, 288 рублей. Цены называю, потому что просили. Жевательную резинку Катя себе брала. Бульон куриный. Роллтон по 32,99. Отруби 34,19. Я думала 37. Приправа к курице 44 рубля. Так, сыр российский классический 71,99. И кетчуп шашлычный 58,79. Вот такие вот в целом все покупки были. Ну и билеты. Билеты около 800 рублей, короче, стоят. 790 с чем-то рублей. И вот взяли два билета. Катя уже детский не идет билет, на нее уже взрослый, так как ей уже есть 12 лет. Я там прикалывалась. Я говорю, может, Катя за ребенка пойдет, что ей же 12. 12 тоже, по-моему, включительно детский идет. Но сказали нет. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот покупки. Сейчас переодеваемся. Надо что-то суп варить. Какой суп варить? С капустой. Сейчас, наверное, щи сварю и кашу отварю. И вот лаваш закручу. Так что, если интересно, оставайтесь. Ребят, у меня день. Я с ума схожу. Я решила переставить на кухне кое-что. Сейчас я вам покажу. Вы мне напишите, что считаете насчет этого. Ну вот. Сейчас я еще только делаю, поэтому... Небольшая такая перестановочка. Сейчас покажу, а вы мне напишите, как считаете, нормально будет так или нет. Короче говоря, у меня вот эта вот духовка стояла там, возле печки. Я ее переставила в этот угол. Раньше, помните, здесь плитка стояла? Я плитку убрала. Из-за чего? Правильно, мне мои подписчики писали, что Настя, от испарения будет портиться мебель. Вот она, видите, начинает портиться. Я заметила это, сразу убираю, поэтому вот поставила... Да, у меня духовка старенькая, но она работает еще. А сверху сделала микроволновку. Будет вот так. Тут будут ложки, тостер,
Мне кажется, будет вообще классно. Напишите, что вы считаете. Я сейчас тут на кухне делаю небольшую перестановку, но вот, вы уже видели. И заодно сразу уборку делаю. Вот эти, кстати, яблоки, что мы купили, тут плохо будет сейчас видно, да? Так, сейчас придумаю, как камеру установить, чтобы было видно. Сейчас установлю. Во, так видно нормально. Короче, яблоки, которые мы купили, 2 пакета, оказались очень сладкими. Завтра, если в город поеду, куплю еще. Я сейчас тут просто перестановочку небольшую делаю. Ну как, я почти сделала. Мне же заняться нечем. Подлепят на окно лезут. Чайник тоже отсюда вот хочу убирать, потому что вот это место тоже портится начинает. Я хочу там возле печки пока все сделать. Сегодня муж придет, я попрошу его столешницу другую немножко сделать туда, в тот угол. И там сделаю, вот у меня будет там плитка стоять и чайник будет стоять. Та область будет полностью готовить. Вот печку мы сейчас летом не топим, скатерку там постелю и будет вообще, как мне кажется, будет классно. А остальное не знаю. Феликс, мешаешься, бегаешь. Муж тут поставил заряжать свой этот для шуруповерта. Ой, он тут как хорошо влазит. На шуруповерт. Это сюда поставить. Что-то. И вот. А что диски принесли сюда? И вот мне заняться нечем, я вот восстановку решила сделать. Доставала все, что мне не надо, все повыкидывала лишнее. Еще хочу перебрать шкафы кое-какие, но это потом уже. Тряпочки вот эти, что купила, вообще, слушайте, ребята, они классные. Они вот такие вот. Видите, такие. Хорошо все впитывают, мне нравится. Уже не первый раз беру. Нравится. Я думала, как мне померить. Муж куда-то рулетку засунул, не могла найти. Пояс достала, поясом мерила, чтобы влезет, не влезет. У меня микроволновка с духовкой вместе. Русская женщина из всего найдет выход. Так что вот так вот, короче говоря. Что ты так понемножку делаешь на кухне, делаешь? А конца и края этому нету. Хочу клеенку поменять, ребят, купить. Я нашла, в каком магазине продают не светлую, а темную клеенку. И хочу купить. Что-то я пропадаю, да? Временами. Или у меня опять камера мозгом пассивная. Пока отсюда убрать, столешницу отмыть хорошенько. Так что как-то вот так вот. Ребята, чай пили. Я поставила суп варить. Сейчас будем с вами супик варить. Василиса на окне загорает опять. Кружки опять перемыть надо все. Тут опять посуду набралось. Полная раковина вроде. Недавно мыли посуду. Опять посуду дофига. Так что вот так вот. Скоро у Егора выпускной. Готовимся к выпускному. Так что так-то так. Ладно, дорогие друзья, буду я готовить. Потом в итоге покажу. Ну, вот если мне муж сегодня столешницу сделает, я вам покажу, как я вообще тут хочу все переделать. Если интересно, оставайтесь со мной. Всем привет, всем привет. Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Ну, хотя я кушать варю, вы меня видели уже. Ну, короче, девочки, рассказывайте, откуда вы пришли? Площадки. И? И нам дают кульки. Да, им сладкие кульки дали сегодня, потому что они последний день ходили. Давай сначала Маша покажет. Ну, у вас одинаковые, наверное, да? Давай одинаковые. Давай вещи одинаковые доставай. Грушовый. Да, грушовый. У Оксаны тоже грушовый. Подожди коробку. Так вот. Вафельки. Дальше. Вафельки. Вафельки одинаковые. Ну, вложи вот так вот, не будем. Дальше. У тебя такой шоколад, у Оксаны какой? Не, тоже такой же. Дальше что вы достаете? Козинак. Козинак.
У Оксаны тоже казинак есть. Сейчас посмотрим, одинаковые или нет, заодно. Две вот такие с малиной и бананом. Малина и банан. Дальше. Два яшкина рулета. С чем? С клубникой. С клубникой. Давай дальше. Это в конце, это, по-моему. Шоколадка. Шоколадка. У Оксаны такая же шоколадка. Дальше давайте. Ой, я сяду, то у меня спина болит. Супер шоколадка, да. Супер. Да-да-да. Кракан, шоколадка. Они видите, как тут все складывают? Чиорио, шоколадка. Какая-то вот такая вот шоколадка. Ну. И самое интересное. Мармеладки. Мармеладки. Целые упаковки, две мармеладки. А теперь расскажите, как вам на площадке? Нравится. Понравилось. Но Маше поначалу не нравилось. Расскажи, Маше, почему тебе не нравилось? Потому что ее посадили к маленьким. А, да. Первая группа у нее маленькие ребятки. Это первоклассники, да? Ей сначала вообще не нравилось. Она не хотела, мы пытались ее в другую группу перевести, в другой отряд, но учителя сказали, там мест нету, и пришлось Маше в эту ходить. Ну, сейчас уже вроде все. Сегодня они последний день ходили, больше не... Кстати, Маша, сейчас я тебе новость одну скажу. Ну, это уж без камеры. Феликс умывается. Феликс тоже пришел на распаковку. Скажи, как это так, да без меня? На, Феликс. Да, Феликс? Тебе дать. Там яблоко кто-то грыз и положил. Маша грызла. Сладкие яблоки, да? Вообще сладкие яблоки сегодня купила. Вот такой вот им кулек сегодня дали. Так, еще одна чудо у нас тут лезет. Ну все, дорогие друзья. Дети отходили.